Песня «Мухаммед» из Ливии взбудоражила весь мир и стала настоящей сенсацией. Дело в том, что Хасна плачет слезами из кристаллов, несмотря на то, что кристаллы достаточно острые, по словам самой Хасны, она не испытывает боли. Доктора так и не могут объяснить это необычное явление. По словам Хасны, несколько лет назад она была в школе, когда почувствовала что-то странное в глазу. Как оказалось, это был первый кристалл. Затем, через несколько дней, девочка была дома одна и услышала стук в окно. Выйдя на улицу, она увидела человека в белом одеянии и на белой лошади. Всадник попросил Хасну выйти и представился посланником Бога. Наездник рассказал, что именно он виноват, что Хасна плачет кристаллами, и что это происходит по воле Бога. На вопрос Хасны, когда слезы остановятся, всадник ответил: «Когда Бог захочет». Белый рыцарь, как назвала его Хасна, еще несколько раз появлялся и давал советы девочке. Во время очередной их встречи он сказал Хасне, что вся ее семья должна на время уехать, иначе случится что-то плохое. Семья последовала совету, все, кроме одного сына. На следующий день этот сын попал в аварию, и хотя автомобиль юноши восстановлению не подлежал, сам он остался жив. В тот же самый вечер Хасне снова явился белый рыцарь. Он сказал: «Я ведь предупреждал, что все вы должны оставить дом». Религиозные деятели, ученые и врачи по сей день ищут ответ на вопрос, как из глаз девочки могут появляться острые кристаллы и при этом не ранить ее саму. Справедливости ради надо сказать, что есть и те, кто считает все это хорошо сделанным трюком и фальсификацией, называя Хасну и ее родителей самозванцами.